Мне сегодня такой салат странный, но мне что-то захотелось вот так. Вот, короче, захотелось редьки. Натерла редьку на терке. Добавила туда подсолнечных семян, но они вымоченные в воде у меня были, чтобы мягкие были. И фитиновая кислота из них уходит, всякая фигня в воду. Лучок зеленый. И добавила этого квасного сусла. В общем, что-то такого салата захотелось. Но антиоксиданты, редька-то полезная очень. Чистит хорошо, детоксит. Вот такой детокс-салатик. Не знаю, мне что-то понравилось. Все такое лимонным соком сбрызнула. Лимончик там где-то добавила даже, короче. Можно соевым, но соевый он соус с глутаматом. Ну, что-то вот захотелось вот такого, не знаю. Я раньше делала так вот окрошку. Доливаешь потом минералки, в общем, будет окрошка. Огурец там, все дела. Ну, чтобы без